Полное описание и точность до выхода 3 и 4 серии нового сериала «Операция престол». 3 и 4 серии сериала выйдут в эфир 20 июня. В новых сериях мы увидим, как Нечая и Ирина тайно венчаются в монастыре и вскоре оказываются за одним столом с поэтом Серебряного века Садовниковым, его другом Переверзевым, в прошлом предводителем Нижегородского дворянского собрания и другими монархистами. Но полностью довериться Ирине и Павлу новые знакомые не готовы. Супругов ждет череда непростых проверок. Воскресенский тем временем устраивает Зину наркомат своему начальнику Копытину, и девушка стремительно начинает подниматься по карьерной лестнице. Ирине и Нечаю удается войти в доверие к монархистам и создать подпольную организацию «Престол», с помощью которой предполагается восстановить монархию в сотрудничестве с нацистами. Для налаживания контактов с Абвером Нечаю уходит за линию фронта и сразу же попадает под обстрел со стороны советских солдат. Сдавшись немцам, он просит о встрече с представителями Абвера, но немцы ему не верят. Третья и четвертая серии сериала выйдут в эфир 20 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.